Баязид стал первым правителем Османской империи, которого можно официально считать султаном. Отцом Баязида был Мурад, сын эмира, а вот матерью его стала византийская принцесса. В истории этот султан запомнился как Баязид молниеносный, хотя не совсем понятно, почему именно ему дали такое прозвище. Скорее всего, из-за его характера гневного и вспыльчивого. Или, возможно, причиной этому стала его привычка быстро добиваться своего. Скорость, с которой он был готов ринуться в бой, просто поражала. Баязиду все удавалось делать быстро. Начало его правления примечательно окончательным покорением Анатолии, а также тем, что император Византии признал Баязида своим союзником и принес ему клятву верности. Сам Баязид имел весьма буйный характер, любил пить вино и был ярым приверженцем Содомии. По воинственности он ничем не уступал своему предку Осману. Также целеустремленно Баязид продвигался через земли эмиров, чтобы подчинить их своей власти. Вот так всего за несколько лет он завоевал все земли между Евфратом и Дунаем. В 1396 году, когда Баязид стоял под стенами Константинополя, ему сообщили об огромной армии крестоносцев, движущихся к нему. Решив отложить покорение Константинополя до лучших времен, он двинулся навстречу армии рыцарей. Те же вели себя как на отдыхе, а не на войне. Зная, что османы уже рядом, тем не менее вели привычный образ жизни, ели и пили вино в больших количествах. Объединившись с союзным войском венгров, крестоносцы решили ждать армию Баязида, которая должна была располагаться где-то под Каиром. Но Баязид со своим войском находились уже совсем рядом, а вот французские рыцари после пира были пьяны, но тем не менее без раздумья кинулись в бой. Более осторожные венгры пытались остановить крестоносцев, но рыцари, одурманенные алкоголем, решили, что справятся с османами сами. Им пришлось заплатить дорогую цену за свою ошибку. Встретив в поле легкую конницу османов, крестоносцы бросились в атаку, но степняки развернули коней и бросились в разных направлениях. Таким образом, они заманивали врагов в ловушку. И этот прием сработал. Решив, что османы где-то неподалеку разбили лагерь, и он сейчас наиболее уязвим, рыцари бросились за ними. Вот только вместо лагеря они столкнулись с армией Баязида, численность которой была 60 тысяч воинов. 6 тысяч крестоносцев были окружены и сбиты с седел в считанные мгновения. Пешему венгерскому войску также не повезло, лишь немногие смогли спастись бегством. К тому же французы допустили грубую ошибку. Перед тем, как броситься в бой, они предали смерти всех захваченных в плен турок. Поэтому Баязид после окончания сражения, увидев, какие потери понесло его войско, а также узнав о казни пленников, велел без раздумия убить всех пленных. Из них он оставил лишь несколько десятков людей, одетых богаче остальных, чтобы получить за них выкуп. Казни продолжались весь день, реки крови залили землю, пока сами военачальники Баязида не начали умолять султана остановиться. К тому времени было казнено около 10 тысяч пленных. Те немногие, которым удалось сбежать, смогли перебраться на другой берег Дуная и отправиться во Францию пешком. По пути их убивали, грабили, унижали. Но когда они добрались до дома, им приказали молчать о случившемся. Поскольку общество и так было в шоке от происходящего, и не стоило раздувать пламя недовольства людей слухами и сплетнями. Вот так Баязид одержал победу над армией крестоносцев. Но такая яркая и насыщенная жизнь султана оборвалась довольно быстро. Правил он всего 10 лет. Причиной этого опять же стал его несносный характер. Баязид был очень груб, эгоистичен и высокомерен, из-за чего и приобрел себе множество врагов. Через 10 лет после восшествия на трон Баязид увеличил территории своего государства практически в 3 раза по сравнению со своим отцом. Границы его владения простирались далеко за пределы горизонта. Править таким государством становилось проблематично, ведь один человек не может одновременно оказаться в нескольких местах. Постепенно росло недовольство правителей, которым ранее принадлежали эти земли, и эмиры, изгнанные из Анатолии, Баязидом обратились за помощью к татарскому воину. Звали его Тимур, больше известен как Тамерлан. Эмиры просили его организовать военный поход против Баязида.
но Тамерлан был занят расширением своего государства и поэтому отказал в этой просьбе. Однако на пути в Сирию, которую он хотел покорить, Тамерлан все же уничтожил несколько городов на границе Османской империи. Байзид, узнав об этом, пришел в ярость. В ответ на действия Тамерлана Байзид отправил ему оскорбительное послание, где имя великого татарского воина было написано самыми мелкими буквами и коряво, а вот имя султана было выведено красивым почерком и золотыми буквами. За это Тамерлан полностью уничтожил османский город Сивас и убил старшего сына Байзида. Обстановка между ними накалялась, и когда дошло дело до открытого столкновения, Тамерлан очень тщательно обдумывал принятие решения и планировал стратегию битвы. А вот Байзид был слишком самонадеян, решив положиться на опыт военачальников и своего войска. Это и стало причиной его поражения. Войско под предводительством Байзида было недовольно, ему не было выплачено вовремя жалование. К тому же, в день перед битвой Байзид отправил их на охоту, во время которой погибло от истощения несколько тысяч воинов. А вот армия Тамерлана была полностью экипирована, с ними находились эмиры, которые прекрасно ориентировались на местности, и денежное довольствие было выплачено воинам без задержек. Когда же воины Байзида вернулись с охоты, они обнаружили, что их лагерь без боя был взят Тимуром. К тому же там находился единственный на много километров вокруг источник пресной воды. Уставшие, изнеможенные османы были вынуждены идти в бой только лишь из-за жажды. Но когда началась битва, собственное войско повернулось против Байзида. Сам султан с немногими сторонниками продолжали сражение, но в конце концов были взяты в плен. Сыновья Байзида сумели спастись, а вот сам султан, как и его жена, оказались в плену. Вначале Тамерлан с уважением отнесся к пленному осману, ни в чем не ущемлял его достоинство. Но поскольку характер у Байзида был ужасный, Тамерлан не смог долго выносить его высокомерие и посадил султана в железную клетку, а жену заставил голой прислуживать себе за столом. Видя такое унижение своей супруги, Байзид, не имевший возможности спасти ее от позора, смог только лишь убить себя, разбив голову о прутья своей клетки. После смерти султана Байзида Османская империя оказалась на грани краха. Выжившие сыновья Байзида сражались друг с другом за право престолонаследия, а советники и эмиры еще сильнее разжигали между ними вражду. В конце концов, к власти пришел Мехмед, сумевший собрать больше других сторонников. Постепенно империя стала оправляться от пережитого поражения и возвращаться к прежней политике завоеваний.